документальный фотограф, и, соответственно, я появляюсь в каких-то местах, наблюдаю жизнь и фотографирую. В данном случае это была война. Три недели назад награждали парамедика батальона «Донбасс» знаком народного отличия в медицинском музее медицины. И возник разговор о том, что к годовщине событий можем ли мы что-нибудь сделать. Вот. И мы решили это сделать. Вот сегодня надеемся открыть выставку. Дивиться на ці фотографії, ти розумієш, що там було, якого воно масштабу було. Коли ми були там, ми того не замічали. То була як наша професія. А коли ти вийшов і дивишся на ці фотографії, і бачиш, що тих бойців, які зараз тут є деякі, що їх вже немає в живих. І це пам'ять для них. Це просто шана тих, хто там загинув. І просто, щоб люди пам'ятали, що таке було. Сама страшна трагедія, я вважаю, в історії України. Коли ми це знімали, ніхто не планував ніякої виставки, і виставка – це годовщине этих событий трагических, которые произошли там, а то, что случилось в Иловайске. И на самом-то деле эта выставка, она просто напоминает о том, что происходило. Вот парни, которые были в Иловайске с батальона «Донбасс», это просто напоминание о тех событиях для родственников, которые бойцы там пали, и парни, которые вышли с плена, парни, которые вышли. На самом-то деле основная задача – это просто напомнить. И второй такой контекст, который мы всегда сейчас говорим в прессе, это о том, что никто же не был наказан из-за того, что там произошло. На самом-то деле ситуация, которая там случилась, она не случилась, потому что бойцы плохо воевали. Бойцы воевали там просто безумно, но на уровне высокого командования происходили какие-то непонятные приказы, и такая ситуация сложилась. К сожалению, никто не был наказан. Никто. И это тоже очень печально. Это память большая, это наших товарищей, которые очень много здесь погибших, кого уже нет живых. Чтобы не забывать. Все эти моменты, они со временем стираются с памяти, а благодаря этим фотографиям они не сотрутся, всегда будем помнить об этом. Ребята, мы и так не забудем, а вот некоторые моменты есть, просто такие моменты выхвачены, которые... Много грустно, то есть и весело. Да, вместе весело. How's the problem?